прикоснись к шарику, чтобы узнать, как отпраздновать День защитника Отечества. Лево руля, право руля, слушай мою команду, свистать всех наверх. Гар-Гарыч, смотри, я лечу, вот здорово. Ой. Здравствуй, Нюша, как тебе мой корабль? Какой большой, а он настоящий? Конечно, ведь мы на параде военно-морских сил. Как интересно. Ой, только холодно. Настоящие мужчины ничего не боятся. Ни холода, ни ветра, ни дождя. Зато они умеют защищать прекрасных дам, да? Конечно, они могут защищать кого угодно. Какие молодцы. Ой, а у меня нет для тебя подарка. Кар-Карыч, пойдем придумаем подарки для всех наших мужчин. Ты можешь сделать такие же флажки, чтобы украсить комнату или составить поздравительную открытку. Ты можешь сам изготовить целый флот. Ты можешь сам изготовить бумажные самолеты. Ты можешь научиться писать шифрованные письма. Умеешь читать шифрованные письма. Здесь ты узнаешь много интересного об этом празднике.
ты можешь сделать такие же флажки, чтобы украсить комнату или составить поздравительную открытку.